Всем привет! Вы смотрите видеоверсию сайта военноедело.ком. Александр Турчинов пообещал, что жители Донбасса будут плакать и аплодировать. Как сообщило Федеральное агентство новостей, в эфире украинского ток-шоу «Право на власть» бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что жители Донбасса будут плакать от счастья, когда наконец осознают, что родные ВСУ освободили их от российской оккупации. Для подтверждения своей правоты Турчинов привел пример жителей Мариуполя, которые вначале сопротивлялись приходу ВСУ в город, а потом оказались благодарны украинским войскам. При этом Турчинов заявил, что уверен в том, что теперь ни один из жителей Мариуполя более никогда не захочет вернуться под оккупацию России. По мнению бывшего секретаря СНБО, теперь жители Мариуполя качественно и нормально живут на Украине. И поверьте мне, когда наши военные освободят Донецк и Луганск, будут жители плакать и аплодировать и благодарить за освобождение, цитирует фан Александра Турчинова. Напомним, ранее Турчинов уже отмечался в СМИ своими оригинальными идеями и высказываниями. Например, не так давно он заявил, что Украина не объявляет войну России только потому, что Москва обладает очень большим арсеналом ядерного оружия. На этом пока все. Еще больше новостей и информации на нашем сайте военноедело.ком.